Всем привет! Это небольшое видео продемонстрирует, как избавиться от зависаний рендера V-Ray при некоторых обстоятельствах. Итак, давайте разберем, при каких обстоятельствах может произойти зависание рендера. Первое из них – рендер большого количества волос. Это означает, что если в сцене находится некий объект с назначенным модификатором Hair and Fur, то рендер может зависнуть на определенное время в своем просчете глобального освещения и со скрипом выдать нам какой-либо результат через очень большой промежуток времени. И второе. Рендер геометрии с модификатором Displacement. На практике у меня это выглядело следующим образом. Например, я рендерю какую-нибудь сцену с экстерьером, с деревьями, травой и прочим, и у меня все рендерится довольно-таки быстро. Профси геометрия просчитывается без проблем. Рендер идет 20 минут. После этого в сцену попадают какие-нибудь деревья, например, с назначенным модификатором Displacement. И рендер останавливается на 2 часа. Как показывает практика, далеко не все знают этот небольшой трюк, который может избавить нас от больших проблем при рендере тяжелых сцен с дисплейсментом или с волосами. В данном примере я продемонстрирую рендеринг сцены с модификатором Hair and Fur. И мы разберем, при каких обстоятельствах происходит зависание рендера и как с ними бороться. Давайте создадим простенькую сцену, сделаем землю. Также создадим объект, который будет содержать в себе модификатор Hair and Fur. Пускай это будет бокс. Немножко модернизируем его для того, чтобы он смотрелся не так скучно. Хотя бы скруглим края. Пускай будет так. И назначим на него модификатор Hair. Hair and Fur. Наш объект покрывается шерстью. Прежде всего, для того, чтобы объекты волос начали просчитываться в V-Ray, нам следует произвести следующую манипуляцию. Нажимаем на клавишу 8 и заходим во вкладку Environment and Effect. Открываем вкладку эффекты, выбираем Hair and Fur и меняем параметр Hair. По умолчанию он стоит буфер, что означает, что волосы будут рендериться в буфере как отдельный эффект. Но V-Ray не поддерживает данный метод просчета, и нам следует выбрать MR Prim. Это означает, что все объекты волос будут рендериться как прокси-объекты, динамически подгружаться в сцену, как прокси-геометрия. Можно немножко причесать наш куб, чтобы он смотрелся не так скучно. Думаю, этого будет достаточно. И я не буду менять никакие параметры Hair and Fur, потому что на самом деле есть еще другие способы оптимизации, как, например, назначить MR параметр в свой шейдер. В данном случае у меня стоит V-Ray 3 и мне доступен шейдер V-Ray Higher. Но нас сейчас это мало интересует. Я ничего не буду менять, кроме количества Hair Count, количества волос на объекте. По умолчанию оно у нас стоит 10 тысяч. Но я поставлю миллион, чтобы изрядно загрузить наш компьютер. Посмотрим настройки рендера. Настройки рендера очень простые. Я тут практически тоже ничего не менял. У меня лишь включено глобальное освещение. На первичный просчет стоит Irradiance Map с Preset Low и Light Cache. Все остальное остается по умолчанию. Теперь нажмем кнопку рендера и посмотрим, что у нас будет происходить.
начинается Uploading Object. Это значит, что 3D Max начинает подгружать прокси-геометрию волос в сцену. Это займет некоторое время. Я остановлю запись до того момента, как начнется просчет глобального освещения. И вот наш рендер проснулся и начал просчет глобального освещения. Сначала просчитывается light cache. Вроде бы никаких проблем нет. Ждем дальнейших его действий. Итак, light cache просчитался и начинается просчитываться irradiance map. Вроде бы тоже ничего не предвещает беды. Но посмотрим, что произойдет дальше. И вот, на просчете первого припаса у нас выскакивает такое сообщение Unloading Geometry. Что это значит? Это значит, что первоначально, как мы видели, 3D Max начинает загружать прокси-геометрию в сцену. После этого начинает просчет глобального освещения. И в момент просчета глобального освещения он начинает выгружать ненужную геометрию, чтобы потом загрузить другую и просчитывать нашу сцену дальше. Но дело в том, что этот процесс затягивается на очень длительное время. И фактически для нас это сообщение означает, что рендер завис на неопределенное время. И когда он нам выдаст результат, я даже не могу предположить. Ну, когда-нибудь выдаст, но это займет очень большое количество времени. То есть это означает, что рендер завис. Что нам делать в этой ситуации? Мы сразу же отменяем рендер и начинаем исправлять это положение вещей. Собственно, трюк заключается в следующем. Если мы откроем V-Ray Render Setting и посмотрим на вкладку Setting, мы увидим, что Dynamic Memory Limit у нас стоит по умолчанию 4000. Это 4 гигабайта нашей памяти, которая динамически используется в расчете данной сцены. У меня, например, на ноутбуке стоит 16 гигабайт, и я хотел бы, чтобы у меня сцена просчитывалась быстро и без всяких запинок, используя все ресурсы моего компьютера. Что мне следует сделать в данной ситуации? В этом параметре я задаю еще один 0. Теперь у нас Dynamic Memory Limit равна 40 гигабайтам. У меня, конечно, нету 40 гигабайт особой для оперативной памяти, но данное действие означает, что я просто снимаю лимит на динамическую память, и у меня будут расходоваться все ресурсы компьютера. Итак, давайте теперь попробуем отрендерить этот же самый объект и посмотрим, что произойдет. Нажимаем кнопку рендера и ждем, пока у нас начнется просчет глобального освещения. Для этого я снова остановлю запись и вернусь в момент просчета. 3D Max закончил загружать прокси-геометрию и начинается просчет глобального освещения. Смотрим, что теперь у нас произойдет. Сначала начинает просчитываться light cache. И начинает просчитываться припасы Radiance Map. Где-то на половине картинки у нас произошло зависание. Посмотрим, что же будет теперь. Теперь, как мы видим, зависание не происходит. Radiance Map продолжает просчитываться без каких-либо проблем. Для чистоты эксперимента дождемся просчета окончательного рендера.
Ну что ж, как мы видим, теперь у нас происходит рендеринг финальной картинки, и никаких зависаний и проблем у нас теперь не происходит. С учетом того, что на нашем объекте 1 000 000 прокси-объектов. Они теперь у нас рендерятся совершенно без проблем. Данное правило справедливо и для сцен с множественными объектами, на которых наложены модификаторы Displacement. Надеюсь, это видео помогло вам избавиться от этой проблемы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Mental Field и ждите новых бесплатных видеоуроков. Всем пока!